Всем привет, дорогие друзья! С вами Трубоёжик и Олечка. Оль, привет! Привет. Привет! Привет. Сегодня у нас будет такая серия, очень уникальная и интересная. Мы будем добытчики алмазов. Часть первая. Наша задача, вот у нас стартовый набор, но у меня дохера тут лодок, я когда-то их делал. Ну и ты куда ушла? Стоять, блин, я первый добуду алмазы! Стоять! Мы чужой домик тут Будешь нашли. в пролете. Нет. Да. У тебя ресурсов мало, и у меня тоже, кстати, надо дерево добыть. Ты чё, куда пошла? А у меня тут есть дерево. Все хорошо. Вот маленькая хитрая девочка. Так, ладно, сейчас я быстренько добуду немножко дерева и пойду за алмазами. У тебя небольшое преимущество. Ну, наша задача не как можно быстрее добыть алмазы, а как можно больше. Должен добыть максимум алмазов. Мы сегодня будем супер шахтера. Так, ну для этого мне нужно реально дерево и побольше бы. Это запривачено? Нет, отлично, не запривачено дерево. Я первая добуду алмазы. Ага, да, будет она, конечно. Ребят, кто думает, кто первым добудет алмазы и на какой минуте? Напишите в комментариях. Если что, я это... Я. Ну да, я, конечно. Ну, нет, не ты, а я. Ну, я так сказал, я. Ну... Попалась. Так, ладно, где шахта? Я шахту потерял. Я застрял. Слушай. Так тебе и надо. Я первая добуду алмазы. Это точно, потому что я реально застрял. И еще нужно этот поставить, сетхом. Мы находимся на сервере ZCMC. Сетхом. Я нормальный человек, да? Я поставила сетхом в шахте. Умничка. Так, все, я побежал. Ну, мне еды больше, наверное. Так, хотя не факт. В общем, мы находимся на сервере ZCMC, на PvP-сервере. Не на PvE, как обычно, на PvP мы сегодня мутим. Потому что здесь народу меньше и играть легче. Да и ресурсов, я думаю, будет PvP гораздо больше. Тихо. Тихо. Чего ты там? Тут зомби где-то ходит. Ты что, не мужик? Ты что, его не убьешь? Да ну тихо, девочка. А! Паук! Зомби! Зомби-паук! Я их убил обоих. Так, у меня факелов нет, нифига. Я осталось 3 хп, да? Нет, 4. Эй! Откуда? Зомби прям с неба прилетел. Ай! Еще лучник! Олечка, мы сейчас будем воевать. Все хотят смерти ежика. О, отлично. Факела. Слушай, на PvP сервере этих мобов больше. Ну это круче. Ну да, они злые. Прям как моя теща. Будущее. Так, ладно. Факела. Слушай, я копаю все, что не нужно, кроме алмазов. А! Зомби с лопатой! Я с него голова упала. Рестарт. О, 5 секунд. Ужас. Тогда ставим на паузу и ждем. На такой пикантной теме. Ладно. Пойдем дальше. У меня мысли спутались. Из-за тебя все. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, говорю. Так, ладно. Мои любимые угли. Я добываю, блин. Не, ну нафига ты завела эту тему? У меня вообще нету угольков. Ну, ТПшнись ко мне, я тебе поделюсь. Тут до хера угля. Как там писать? Кол, да? Да, кал. Типа говно. Да. Так, это какая глубина у нас? А, я уже почти. Нормально. Мне железо нужно. Я не приму. Нормально. Ладно, приму. Уговорила. Блин. Я нечаянно это... А вот теперь я подумаю. Ну, блин, ну я... Ну и где наша симпатяшка? Так, не знаю, где симпатяшка, но мне нужны материалы типа железа. Я... А, привет. Снова. Так, мне нужно либо железо, либо что-нибудь его заменяющее. А еще лучше рубины какие-нибудь. Я не хочу бронзу. О, отлично. Отлично. Ты чё? Я эту нашел. Сапфиры, но я их не могу добыть, потому что у меня каменная дерьмовая кирка.
Ха-ха. Ну, сейчас я сделаю бронзу. Ну, нет. Что? Я что, буду лохом? Ну, может быть. Ну, ты же суперманипулятор. Ты же уговоришь меня с тобой поделиться. Чё, почём 7 кисть? Семки есть. Так, подожди, мы же супершахтеры, мы же добытчики алмазов, как-никак. Давай серьезнее себя там. Давай как шахтеры общаться. И ты будешь Серега, а я буду Виктор Палыч. Я не буду Серегой. Серег, что там у нас там? Есть что? Скажи да, Виктор Палыч. Нет. Ну будь Серега, что ты, а? Не буду Серегой, отстань. Дорогие зрители, напишите в комментариях, пусть Олечка станет Серегой. Я не буду Да Серегой. побудь 5 минут Серегой, Отстань. чё? Нет, я не буду Прикольный Серегой. чувак, Серега, ты чё? Чё ты Бог против тебя. Сереги имеешь? Да. Да? Что да? Я бы сказала. Не, На скажи. нас смотрят маленькие дети. Ты чё, офигел, что ли, маленькие дети? Эти маленькие дети старше тебя, детинок. Ну, конечно. Ну, я думаю, она бы сказала что-нибудь хорошее. Да, я сказала бы хорошее что-то. Что-то. Совсем. Слушай, у тебя есть немножко этого меди? У меня вообще меди нет. Да? Я не собираю ничего такого. Блин, чё мне бронзу? Без меди делать? И я найду еще медь. Просто если бы я еще одну медь буквально нашел бы, я бы уже две кирки сделал и тебе, и мне. А так у меня сейчас очень мало ее. Зато я нашел тупо золото. Тупо золото. Тупо золото, Тупо золото. да. Тупое Ахам. золото, да? Тупо золото. Так, ну чё, Серег, пойдем? Я не Серега. Ну, серый, ты че? Я Оля. Да не, в шахте не бывает девушка. А вот будут. Ну, не, ты слишком. Для шахты. О! Ты супер, Оль. Почему? Потому что я нашел железо. Я тоже нашла железо. Ну, тогда ты тоже супер. Тогда я тоже супер. Я тебе помог найти его, да? Ну ладно. О, хорош тупить. Пора заняться делом. Так, а дела у нас великие. И еще в конце серии я тут одну фишечку придумал. В общем, хотя что раскрывать все фишки, вы в общем увидите. Увидите. Мне уже интересно. Ну, это, короче, будет типа подарок. Подарок будет хороший. И подарок не для тебя, не для меня, а вот для зрителей, которые нас смотрят. Это будет нечто. Ну, вообще, сами все поймете, когда наступит время. Я ж прям ждусь, не дождусь, пока ты упадешь в лаву. Да? Зачем тебе, чтоб я упал в лаву? Потому что так я быстрее найду алмазы, и я выиграю. То я могу тебе так победу дать. Ну так будет немножко нечестно. Но тебе же все равно на честности. Нет. Так, давай я сделаю лопату себе железную. Вместо того, чтобы сделать тебе кирку. Выкину кирку. А! Я тебя убью. Ну, я не тебе. Я тут просто фигню замутил. А, зомби мясо нам пригодится. Хавчик тоже. Это не нафиг, не нафиг. Лодочки выкидываем. Ой. Чё? Тут лава. Угу. Тебе, наверное, холодно. Отлично, я для тебя сделал кирку. Ну, точнее, сейчас сделаю. Железную. Знаешь что? Если ты будешь... Ты нашла алмаз? Тогда я не знаю, У что. меня есть железная кирка. Ну ты сволочь, а я что делал-то?
Старался. Вот. Так, ладно, давай побольше факелов сделаем. Все, ладно, договорились. Я сейчас сам найду все алмазы мира. Не найдешь, я найду первое. Так, нет, мы... Серег, ты чё? Серега. А кто Серега? Дорогие зрители, есть Серега? Я Серега, ты чё, Попутал, что ли? попутал, да, чё ты? Или может у кого-нибудь отец Серега, там, не знаю, брат, друг. Я думаю, у каждого человека есть друг Серега. Даже у меня в детстве был. Серый, его вечно звали. Я нашел самое вкусное. Что это? Тебе скажи. Нас дети смотрят. Лаву я нашел, лаву. Э! Какого хрена ты здесь делаешь? А ну иди отсюда. А это ж ПВП серия, а ну иди сюда. А, чё за бред? Чё, облом, облом, да? Влом, отстань сразу. Чё, я приставал, что ли? Нормально все было. Плохо все было. Да вообще, огонь, ты чё? Да вообще, жопа. Сейчас я алмазики найду. Хочешь плакать? Не буду. Рыдать, как маленькая Нет, девочка. не буду. Хотя ты и так маленькая девочка, но все равно. Я мелкая. На шкет. Нет. Оля шкет. Ну, не, да, не шкет. Так, ладно, поехали дальше. Ах, знаешь, в чем главный секрет добычи алмазов? Да ни в чем, тупо копать на одном уровне. На каком-нибудь 10-м, 11-м, 8-м. Хотя у каждого, конечно, своя теория, на каком уровне лучше копать. Некоторые говорят, что надо вниз прокопать 25 блоков и 12 либо влево, либо вправо. Ну, это тоже бред, я думаю. Так, ну вообще, добыча алмазов сводится к тому, чтобы вы тупо копали прямо и потом развернулись и копали обратно. И шанс найти, он не такой большой, но можно это сделать, особенно если у вас хорошая кирка. Особенно если я попала почти в лаву. Ну, так тебе и надо. Тебе ж холодно было. Но если ты попадешь в лаву, то пришли все ко мне, я поделюсь с тобой инструментом. Поэтому не волнуйся. Считай, что ты как у Христа за пазухой. Мы о тебе позаботимся. Точнее, я. Так, Есть теперь. травы, да? Чего есть? Травий. Тебе нужен? Нет. Тебе нужен. Ох! Вот тут какой-то супер шахтер работал. Аж квад. А! Урод. Ха-ха-ха! Ты чё? Ля-л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 я. Ты упал в лаву? Хуже. Что? Я нашел. Алмазы? Нет. Лаву? Нет. Ты никогда в жизни не угадаешь. Железо? Нет. Что? Ну, вот угадай. Это Алмаз. сложно. Но ты была близка, конечно, но нет. Рубины? Нет. Сапфиры? Нет. Помнишь, второе ты предложила? Лаву? Нет, второе, это было первое. Алмазы? Да, почти. Алмаз, один. Ту-дин! Ах ты! Ах ты! Тут один алмазик всего. Но я случайно на него упал вообще. Да, конечно, случайностей не бывает. Не, реально, бежал в шахте, херакнулся, даже обиделся, смотрю, опа, алмазик. Но он только один там был. Козюлька. Все, один алмаз есть, я победил. И это было на какой минуте у нас? На где-то на 14-й, короче. Кто-нибудь, может быть, и угадал. Хотя у нас подписчики хитрые, они тупо перематывают видео вперед, смотрят, когда я нашел, и пишут в комментариях: о, он нашел на 14-м. Не делайте так, так неинтересно.
Лучше угадывать. О, кирка. А ты знаешь, что бронзовая кирка, она лучше? Бронзовая? Да, она ломается реже. Рубиновая или сапфировая, они как бы лучше. Не, ну они лучше всех. Ну как лучше всех, алмазная лучше. Вообще алмазный бур нужен. Ой, тогда вообще жарко будет. Тогда вообще огонь. Я сейчас найду еще два алмазика и вообще алмазную кирку замучу. Так, ну тут проблема не только в кирке, а в том, как ее применить и в том сюрпризе, который я придумал. О, я нашел рубины. Правда, походу, очень мало их. У меня 16 сапфиров, 5 рубинов. А, ну ты сделай сапфировую кирку, чё. Будешь быстрее меня копать и, соответственно, больше добудешь. Знаешь, что я нашла? Алмазы? Нет. Алмаз? Нет. Что ты нашла? Догадайся. Ты офигела? Чё за интрига? Ну, что ты нашла? Звезду? Нет. Синхрофазотрон? Нет. Там не знаю, что она. Парни наконец я нашла. Нет. А чё так тихо? Я чё, близко там? Кого-то там нашла? Как же интересно. Ой-ой, ты нашла? Я нашла уран. Ну, я так и думал. Ну, про парня было близко, конечно. Почти. Почти совсем. Так, проблема нас. Опа. Че это? Я провалился. А, алмазики мои хорошие. Эх, гравий. Алмазики. Давай шаманить. Ну, петь шаманские песни, чтобы найти алмазы. Я не умею. А там все просто. Надо бормотать какую-нибудь херню и все. Я не умею. Я нашел твои любимые рубины. Кстати, рубины классные вещь. У меня 3 рубинчика. О, кстати, ты умничка. Почему? Не знаю, просто. Просто комплимент. Так, в том, что напомнила мне сделать рубиновую кирку. Да. Надо бы. Побежали. У меня, короче, перегота 16, рубинов 5 и сапфиров. Сейчас скажу. Нифига их тут. Походу я данж нашел. Ну, 7. Не данж, а этот. Там, где спаунер. О, спаунер, точно. А, спаунер, это хорошо. Да, наверное, потому что тут где-то что-то шумит, но я не знаю где. Сейчас поищу. Лазурита. А там, где лазурит, должен быть и алмазы. Да не должен. Должен быть. А, это не спаунер, это зомби застрял в текстурах. А, ладно, пусть живет. Тут столько ресов вообще полным-полно. Ну и только алмазов нету. А-а-а! Жесть. Ты сейчас так заорал? Не заорал, а ты, можно сказать, ты мяукнул. Мяукнул? Труба мяукал. Трубокот. Нет, я не мяукнул, я просто чуть в лаву открыл, там она поднялась, я думал, все, пиздец. А на самом деле нет, все нормально стало. Да. У нас маленькие дети смотрят, а ты тут матюкаешься. Я не... Хватит матюкаться и говорить это слово. Это литературное было. И вообще это эмоции его. Мне их и так мало. И то, когда вылазит, мне какая-то Олечка поправляет. Бывает. Воу. Это ты у нас эмоциональная девочка. А я безэмоциональная. Безэмоциональное бревно. Ну, это Пиноккио. Да я шучу, ты чё? Ну, конечно. Нет, ладно.
А зачем нужен свинец? Ну как зачем? Чтобы пояс сделать. Чего? Пояс. Зачем? Ну как? И свинца еще патроны делают. Я идиот, блин. Я копал. Я всегда это знала. А ну заткнись, блин. Тебе подтверждать это нельзя. Это так, для себя сказано. Свинец нужен для ядерного реактора. Там свинцовые пластины очень нужны. Ну, еще для некоторых хитрых крафтов. Мне его 22. Ну, все равно мало. Где-то стак нужен. Смотри, короче, я копал железной киркой вместо того, чтобы поставить рубиновую. Я тоже копаю с железной рукой. А вот сейчас рубиновую взял, и я как пулемет начал копать там. Что-то мне кажется, у нас... не, я же нашел алмазы, я победитель по жизни, ну ладно. А, кстати, помню я серию, где я, короче, первая алмазы добыла. Ну, это, знаешь, так редко бывает, что... Лучше не вспоминать такие печальные моменты. Отстань. Нашла она первые алмазы. Повезло один раз, она все уже. Всю жизнь будет тут хвастаться. Да, буду. Да, буду. Ну, будь. А еще я и обижусь. Еще О, у меня шляпа разблокирована. Все, обижайся. У меня будет шляпа. Нет, не обижайся, я чуть в лаву не упал. Вот жалко. Не жалко. Жалко у пчелки. Пчелка в лесу, лес далеко. Давай дальше рэпчик читай. Рэпер, йоу. Рэпер Сява. Слушай, тут какие-то чуваки уже копали. Ты слышишь Аку 47? Нет. А ты? Нет. А почему ты спрашиваешь тогда? Ты просто сказал про Сяву, я вспомнил Аку 47. А он что, оттуда что ли? Я не знаю. Я даже не знаю, кто такой рэпер Сява, просто где-то слышал его имя. Я так понимаю, мне очень тихо слышно, да? Не, сейчас вообще нормально. А, ну и хорошо. Ну, не знаю, конечно. Потом подписчики отпишут, скажут, ой, ее не слышно там. Че она там мяукает себе под нос, хер поймешь. Ой, слушай, мне уже надоело. Ты свинью, что ли, нашла? Нет, у меня за окном дети орут. Как свиньи? Че у тебя за дети там такие? А у тебя уже дети появились? Нифига себе. Да. Какая ты шустрая. Нет. Че, нет? Ты не шустрая? Я не знаю. О. Передоты. Слушай, мы не в том месте копаем. Да вообще, блин, не говорю, бесит. Я вообще не найти алмазов не могу. Это все потому, что кто-то мало ел. А кто-то... А, ёлы-палы, как мне эта лава надоела. Ты упал мне? Да нет, блин, постоянно рою лава, рою лава, рою лава. Надо бежать куда-нибудь подальше. Уже тошнит от нее. А у меня все хорошо, все спокойно. И алмазов у тебя нет, а у меня один. Знаешь, так, а у меня один. А у меня один. У меня целый один. И сколько у тебя железа? 1 000 000 тонн. 8 штук у меня там всего. А 29. А, не считается. Котируется только алмазы, чувак. Чувиха. Блин, где эти алмазы? Я знаю, где они. Да они в самой жопе постоянно. Да. Не, ну там секрет есть, конечно, один, как найти алмазы. Но для этого нужно быть трубоёжиком. И иметь админку. Тогда можно много алмазов добыть. Так, не, ну вот честным путем мы сейчас заработаем себе 1 000 000 000 алмазов. Любой ценой добудем, как в том видео. Так. Любой ценой добыть алмаз? Да. Я тут одно видео интересно снял, там уже 500 000 просмотров. Просто я офигел. Много очень.
Не, ну мы сейчас, смотрите, вот до конца серии я добуду где-то штук 10 алмазов, я думаю. Может больше. Но сегодня мне что-то не везет, потому что все из-за Олечки. Она захотела поближе к спавну строиться. Весь секрет добычи алмазов, дорогие друзья, ну, технология, она одинаковая. Вам нужно спуститься на глубину от 7 до 11 и копать. Но весь секрет заключается в том, почему именно трубоежик добывает много алмазов. Нужно отбежать подальше от застроек. Чем дальше, тем лучше. Лучше те места, которые вообще никто не трогал. Именно там добывать. Тогда у вас будет много алмазов, и вы найдете гораздо легче их. Би-би-би-би-би. И что это было? Что за пи-пи-пи? Типа умный такой. А ты типа нет? Умная. Умная. А еще? А еще я чуть не упала в лаву. А еще? А еще я вернулась на свое старое место. А еще? А что еще? А что еще? Ну ладно. Что тебе еще надо? О, так, что мне еще надо? Мне нужен КамАЗ. Я хочу с манипулятором. И вообще Какой КамАЗ? Какой КамАЗ? Что ты бред какой-то несешь? манипулятор я хочу. КамАЗик. В чем утекаешься? Чё? Чё ты вообще? Это кто несет бред? Запутал меня тут. КамАЗ хочу. Настоящий. Большой. Зачем он тебе? Ну, я буду скоро суперпромышленником, и мне понадобится КамАЗ. Я тут новый бизнес открываю. А, дорогие друзья, это только что ты знаешь. Я недавно купил себе долю в бизнесе в гостинице в Москве, рядом с Крокус Экспо. Теперь ваш трубоежик не просто ютубер, а уже и бизнесмен. Не, на самом деле прикольно было поучаствовать в этой всей интересной схеме. Но я думаю дальше открывать тоже новый бизнес. Именно поэтому у меня мало видео выходило на канале. И я весь был в делах и в бизнесе. Ну, пока. Вроде все наладил. Не так давно. Но еще в понедельник нужно еще деловую встречу провести. И после этого уже я вернусь, наверное, в нормальный режим работы. Все. Оль, аплодируй. Ну-ка еще раз. Что-то у тебя звуки подозрительные. Что-то они мне напомнили. Ха-ха, тебе скажи. Хлопает тут и хлопает. Простил, я похлопала. Ты об что хлопала? Об руки, об что еще? Так, хер его знает, об барабан какой-нибудь. Об щеку себе. Не, напомнила из старых фильмов, когда бьют по щекам и такие звуки. Ну, старые такие комедии. А, кстати, я в кино вчера был. На это. Нам миссия невыполнима. Я тоже вчера хотела поехать в кино, но папа так говорит, типа, я работаю, я такая, давай в субботу. Теперь в субботу пойду в кино, сегодня, то есть. Да, сегодня суббота, дорогие друзья, по московскому времени. Вообще по любому времени. Ах, ну я был на миссии невыполнима. Ну, она так себе, честно говоря. Ну, не, фильм классный, особенно там спецэффект всякий. Там, вау, чувак, там на самолет прыгнул и залез туда. Ништяк. Сейчас я вам, короче, весь фильм расскажу. Вам нафиг смотреть не надо будет. Спойлеры, спойлеры. Но это потом, потому что у меня уже кирки закончились, а я даже не Я на нашел. пиксели хочу сходить. Пиксели. Фильм такой, либо мультик. Не знаю, не смотрела. Ну вот видишь, никто не смотрел. Ну как, никто? Может быть, смотрел. Кто смотрел «Пиксели»? Короче, кто смотрел пиксели, ставьте я. Ой, ставьте я, пишите я. Пишите я, ставьте ее на место. Не надо меня ставить на место, я так на месте. Тебя нужно ставить на место. Ты иногда выпрыгиваешь с этого места. Так, Олечка, у меня закончились кирки. А самое фиговое, что у меня один алмаз, два сапфира,
2 медных слитка. И в общем у меня всего по 2, и невозможно из чего-то сделать кирку. Но у меня есть подруга Олечка, которая поделится всеми ресами с радостью и с улыбкой. Да? Я с улыбкой скажу тебе нет. У тебя есть борода, я скажу тебе да. У тебя бороды нет, я скажу тебе нет. Нет. Очень хорошо. Нет. Блин, я бы тебе рассказал бы одну историю, но не могу. Почему? Потому что нас смотрят дети. Это вообще-то моё. Да, ну оно прижилось и у меня тоже. Твои дети, короче, прижились. Ну, так, где? Мне факела нужны просто сейчас. Я угольку накопаю. Вкусного угольку. Ту-дум! Все. У тебя есть борода. У тебя есть борода? Ой. Ой, блин. Не, ну, а тебе пошла бы, прикольно. Я такую девчонку еще никогда в жизни не видел. С бородой. Как же... А, нет. Кончита Виртус? Да-да-да, я просто забыла, что это не девчонка. Она не девчонка? Кто это вообще? Я не знаю, кто это. Я думал, это девушка, которая бороду напялила. А оказывается, это... Я думаю, это мужчина, нет? Ну, я тоже. Возможно. Не знаю. Ну давай проверишь и мне расскажешь. А как я проверю? Ну познакомься. Как? Напиши ей ему на e-mail. Я не знаю, как его представить. По существу, да? Напиши этому на e-mail, во. Может он тебе что-нибудь ответит. Конечно, прям разбежался. А, давай поговорим о твоей любимой теме. У меня нету любимой темы. Политики. Нет. Смотри, короче, недавно уничтожили 300 тонн сыра. О, боже. Ну ладно, недавно, вчера. Реально 300 тонн нафиг. Чего 300 тонн? Сыра санкционного. Ну что? А потом чуваки подбежали и начали его растаскивать. Они его экскаватором в землю фиганули, они с лопатами пришли. Гениально. Представляешь, лопатой сыр хавать? Ну это пипец. Да ладно, прикольно же. Самая большая ложка. Блин, а я и есть хочу. Кстати, да, а ты KFC или Макдональдс? Помнишь, я тебя спрашивал? В смысле, я KFC или Макдональдс? Больше... Что больше любишь, KFC или Макдональдс? Макдональдс. Макдональдс. А я KFC. Макдак. Я тебя убью. Но я в Макдаке кушал вчера, но все равно. Потому что KFC был закрыт. Точнее, знаешь, что было вчера? Я, короче, пошел в этот чертов кинотеатр с другом. И стоим, решили пожрать перед этим. Захожу, ну, естественно, там были все вот эти KFC, и Макдональдс, и Теремок, и вообще всякая фигня, короче. А ты в каком кинотеатре был? Ой, Соловей, по-моему, он называется. Так, ну и, в общем, пришли все... вот эти, не, пришли мы, и были вот все вот эти кафешки. И я по привычке захожу в KFC, типа, давайте мне вот там, не знаю, там, 2 зингера острых, там, и там, колу среднюю, к примеру. Они говорят, нет, мы закрыты, у нас учет, и все, что на витрине, вы можете брать бесплатно. Все остальное, ну, пока недоступно. Я офигел. На халяву? Они реально мне предложили на халяву все забрать у них. Ну там были крылышки вот эти острые. Где-то, наверное, не знаю, килограмма 4 там у них было. И что еще у них было? Крылышки были, ножки были вот эти острые. Бургеров не было. Ну, что еще было у них там? Ну, в общем, много хавчика было на витрине, который можно было на халяву забрать. И знаете, что я сделал? Я ничего не взял и пошел в Макдональдс. Подумал, ну его нафиг. Не, ну я просто тупо, мне как-то странно это показалось, что они мне бесплатно еду предложили. Ну я пришел вроде там, они мне, на, почему? А она как бы испорчена, поэтому они так и сказали. Ну я тоже так подумал, поэтому, ну его нафиг. Ну я еще крылышки так не очень, мне больше бургеры нравятся.
Ну, мне очень странно это показалось. Мне впервые в жизни такое, что я пришел, вот-вот, и тебе халявная еда. Хоть килограммами вывози там. Я уже хотел там КамАЗ заказать, там, чтобы его загружали. Кстати, вот поэтому мне КамАЗ и нужен, чтобы KFC ходить. Крылышками. Запасаться на зиму. А ты когда спишь, сосешь лапу? Оль. Мне нет лапы. Ручку. Шариковую. Ах, сегодня у меня такой сон классный снился. Это Я вообще. засыпаю под музыку. Музыку? Да, включаю музыку и засыпаю. Наушники? А? Наушники? Нет. Я раньше любил с наушниками спать под музыкой. Обожал. Нет, это просто телефон. Включаю музыку и... Правда, спится. Я люблю под телевизор засыпать, но у меня телевизор не работает. Поэтому я включаю телепередачи на YouTube какую-нибудь и вырубаюсь. Но еще у меня есть специальный сериал для сна. Я под него всегда засыпаю. Прям вырубает он скуч. Ну, не скучный, он вырубает прям конкретно. Это называется «Звездный путь», сериал про космос. Там они как начнут чесать про свое, и я сразу... О. Вы можете прямо сейчас врубить даже мне, там, не знаю, по скайпу. Я засну. Это как снотворное действие. Буквально минут 5-10, все. Вы даже можете меня так ограбить. Позвонить телефон в дверь, включить этот сериал, я засыпаю прямо у дверей. Прийти все вынести нафиг. А рубиновая кирка, она может этот обсидиан снимать? Нет. Сапфировая. Только алмазная может. Ну не только алмазная. Ко мне Дима ТПшится. Давайте его примем. Хотя это плохая идея, он может меня убить. Нет, Дима, не убивай. Дима. А он не пришел. Он просто у тебя не прогрузился. А вот он, Дима. Привет! Давай я его убью. У него такой скин интересный. Ты его не сможешь увидеть. Да. Я попытался, там что-то там не нот PvP мне написала. Слушай, мы так долго копаем, и ты приносишь неудачу, во. Я обвиню во всем тебя. Во всех смертных и Ну что? бессмертных грехах. Я нашла кое-что. Алмазы? Нет. Тогда это не считается. Может быть, узнаем в следующей серии, что я нашла? Давай. А, кстати, да, уже 40 минут играем и нашли один алмаз. В общем, как найти один алмаз за 40 минут? Именно так будет называться серия. Как найти один? Это бред прям. Как можно так серию назвать? Добытчики алмазов, один алмаз за 40 минут. Гениально. Так, теперь, что касается, что будет дальше. У нас сюрприз у нас переносится на вторую серию, так как мы сегодня очень мало поработали. И во второй серии вы все узнаете. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Дим, привет! На тебе, держи. А, не, не могу тебе. На, держи алмаз. Я ему подарю алмаз. А он исчез! Он на спаун тпшнулся, как только я ему кинул алмазик. Видели? Ну, доброта ежика остается безответной какой-то. Ладно. Всем спасибо, всем пока. И не забудьте подписаться на канал. Это очень полезно для, естественно, канала. И также, если у меня сегодня в этом видео наберется 1000 подписок, наша дорогая Олечка разденется на камеру. Нет. Ну, имеется в виду, она разденется на камеру, но не покажет ничего этой камеры. Ну ладно, это шуточка. Но, скажем так, если вы сегодня наберется 1000 подписок, я вам скину скайп Олечки. Нет. Хотя ладно, давайте 2000 подписок и 2000 лайков и скайп Олечки ваш. Нет.
Краткое описание Олечки. Олечка — это такая девочка, она такая симпатичненькая, высокая. Там у нее голос там, ну вы ее услышали. Ну, в общем, вам она понравится. Сколько тебе лет? Ей, короче, 18 лет. Ну, иногда ей бывает и 13, и 15, и 16. В общем, универсальная такая девушка. Все, Олечка, попрощайся красиво. Всем пока. А, давай так. Вот если бы ты была суперблогером, типа, там, не знаю, Фроста или еще кого-нибудь такого. Ну, типа вот Макс 100-500. Как бы ты прощалась со зрителями? Давай. Всем удачи и всем пока. Не, суперблогер так не прощается. Прощаются. Они никогда не прощаются, они возвращаются. Ладно. Так, да, ну что-нибудь оригинальное, типа. Хей-ухай, с вами Олик Гей. Олики. Всем удачи, до новых встреч. Я тут кое-что нашел, но вы это все увидите в следующей серии. Всем пока.